Нечего. Упражнение она будет выполнять под музыку из кинофильма. К сожалению, не знаю, из какого. И гимнастки не всегда пишут на своих фонограммах точные названия музыкального произведения, под какое они выполняют упражнение. Ну, такой шутливый образ старается создать Симона. Тоже хорошо выполнил поворот. Если в элементах тела необходимо соблюдать равновесие, то основное движение предмета – это мельница. Это вращение, но и мельницам отдается предпочтение. Кстати, если в старых правилах равновесия, чтобы получить бонус, нужно было сделать 3 мельницы, то сейчас достаточно одной. Ну и, естественно, требования строже. Никаких ошибок. Согнутой рукой бросила гимнастка предмет и не та траектория полета, чтобы сделать безошибочно. Отпуты. Симона Пещева. Болгария. Булавы, с которыми выступают гимнастки, сделаны из пластика. Общая оценка любви черкасов. Раньше они делались из дерева, и было очень опасно, когда гимнастка выполняла бросок, что эта булава приземлится, скажем, на бровь. 16,6 получилось. Симона Пеечева получила. Вы видите, какую оценку. Относительно булав. Они были не просто деревянные и неудобные, их кустарным образом выполняли в каждом городе свои какие-то мастера, с кем смог договориться тренер. Центровка у них была совершенно невероятная, и дерево было разное.